Сезон закончится, тогда поговорим. А сейчас не время. Мне такого сезона за всю жизнь не было. Там и увидимся. Все. Доктора поражает своей жестокостью. Чумной доктор. Чумной доктор. Чумной доктор. Чумной доктор. Чумной доктор. Приблизь. Мы смотрели все чисто. Конечно, задержка присылаю. Задержка всего 4 часа. Там не дымка. Я сейчас с ним быстро переговорю. Подожди меня здесь. Ну, короче, я хотел Сашке сделать предложение. Сюрприз. Ну, да, что-то вроде того. Поздравляем молодых! Огонь! Там огонь в лесу! Я видел огонь там, сильный! А огонь идет поверх деревьев. Остановить не сможем. Ничего не спасешь, а люди погибнут. Ну, а так. Едем или что, кого сказал? Курей вытаскивать, девчонок сажать! Быстро выдвигаемся. Если вот с ними, вот с этими людьми что-то случится, вы же на них тоже забьете. Поистине неожиданный поворот в деле чумного доктора. Им оказался Владимир Громов, руководитель отделения МЧС.